Виталий, приветствую тебя на очередном совместном видео анализе техническом и фундаментальном и, разумеется, поиске самых интересных возможностей торговых идей, сделок, которые мы лично с тобой субъективно видим сейчас в моменте. Сегодня среда, завтра заседание Банка Англии, очень важное событие для британской валюты. Фунт, в принципе, точно можно назвать самым волатильным инструментом этой недели с позиции, ну, по крайней мере, мажоров рынка Форекс, потому что фунт летает по 150 пунктов вообще на дни легко. Падение, тут же выкупает все, растет, и тут же серьезный спад. Но это как минимум указывает на абсолютно неопределенное настроение, волатильность большая и заманчиво, конечно, сейчас поторговать хочется этим инструментом. Я вот пытаюсь найти хорошие точки входа и заработать. Волатильность сегодня, кстати, тоже предложу идею по фунту, как и раньше. Ну, давай тогда перейдем непосредственно к демонстрации экрана. Так, в прошлый раз на что делался акцент? Я говорил об очень хороших возможностях удержания длинных позиций и покупки индекса доллара. В частности, возлагал большие надежды на Джерома Пауэлла, который, как и в прошлую среду, все-таки смог удержать интерес, сохранить интерес в отношении американской валюты, потому что Джером Пауэлл четко в ходе своего выступления перед банковским комитетом накануне дал понять, что у него есть конкретный план, как не допустить чрезмерного роста инфляции. Этот комментарий вместе с выходом сильнейшего отчета по розничным продажам, напомню, что розничные продажи выросли больше, чем на 17%, это рекордный прирост, успокоило, конечно же, общественность и дало надежду рынку, что американская экономика сможет все-таки преодолеть непростой период после пандемии. Поэтому Пауэлл построил все свое вчерашнее выступление на том, что выходит сильная статистика, американская экономика растет, нету каких-то чрезмерных потребностей в новых мерах экономического стимулирования, и я не опасаюсь за рост инфляции. Индекс доллара в моменте развернулся, сейчас 96.83, то есть мы, в принципе, все дальше от минимума, который мы видели в среду, это отметка примерно 0, точнее 95.70, 95.60, и пока, повторюсь, мы до нее не добрались, смело верим в рост индекса доллара и в то, что мы сможем увидеть значение 98 и даже повыше. По фунту я давал сделку отложку, там, ну, к сожалению, вот стоп-лосс мы задели, сейчас котировки 1.2570 сходили выше, тут же просели. Если брать фактически дневки, то действительно вчера движение больше, чем на 130 пунктов. Сегодня я предлагаю сделку sell limit с уровня 1.2630, как раз в расчете на то, что на волатильности текущей мы можем уйти на локальные максимумы. Но потом у меня конкретный, знаешь, подход в плане фундаментального анализа. Я делаю ставку на то, что данные по промышленному производству, по ВВП, данные по рынку труда, которые вышли в понедельник, сегодняшний отчет по индексу потребительских цен, это все то, что выстилает дорогу для британского регулятора завтра снизить процентную ставку и увеличить программу количественного смягчения. И еще здесь как бы прицепом идет ситуация по Брекзиту, несмотря на то, что ЕС и Англия договорились усилить, повысить интенсивность переговоров, все-таки буквально в конце прошлой недели мы получили четкую установку того, что Англия не будет использовать свое право попросить его о продлении переходного периода. Я думаю, что к ситуации с Брекзитом мы еще вернемся. То есть фунт вообще для меня интересен как актив, который нужно продавать из позиции политики, неопределенности по Брекзиту, и с позиции ожидания новых мер экономического стимулирования. Поэтому, друзья, может быть, кому-то кажется и опрометчивым сейчас решение продавать фунт, но то, что продавцы все-таки прессингуют так активно после каждого выкупа, это доказывает как минимум то, что их сила также очевидна, возможно, как и покупателей. Ну и плюс ко всему, по кайману мы сейчас не видим какого-то перекоса по позам ни покупателей, ни продавцов, то есть силы равны, и при такой ситуации я считаю, что фундамент все-таки
отработать. Повторюсь, сделка sell limit с уровня 1.2630, stop loss 1.27, можно поставить. Что касается take profit, то ждем движения ниже уровня 1.25. И еще, считаю, что рынок нефти, который основан, начинает расти, все-таки продавцы напомнят о своем присутствии и в энергетическом секторе, потому что у нас есть сейчас ставка и возможность говорить о вероятности повторной вспышки пандемии. Вчерашний прогноз Международного энергетического агентства, почему-то он стал позитивным для рынка, хотя прогноз, да, предполагает восстановление спроса, но только не сейчас, а там позже, в 2021 году, а до 2021 года все что угодно может произойти. Я бы сегодня сфокусировался на данных по запасам, которые выйдут в 17.30. По прогнозу запасы увеличатся. Американский институт нефти нам буквально несколько часов назад показал также, что запасы выросли. И на прошлой неделе запасы стали причиной распродаж рынка нефти. Я допускаю, что сегодня ситуация повторится. Поэтому по нефти сделка sell stop с уровня 39.80, стоп-лосс можно поставить на уровень 40.70 и ждать движения в район 37 или даже пониже. Виталий, на этом передаю слово тебе. Так, спасибо. Приветствую всех. Сегодня у меня будет достаточно такой интересный анализ не только графиков, а и участников данного битвы, не только, скажем, с твоей стороны, а и это краткая будет биография, анализ, а еще тех, кто участвует непосредственно, косвенно. Это Пауэлл и Лагард, да? Так, сейчас демонстрация экрана. Попробую сделать вот так. Все видно так. Уже. Так, скажи, мне видно, пожалуйста, вот сейчас заставочку видно? Да. Так, в принципе, я это уже изучал. Информация о Артеме Дееве, то есть мне было интересно образование, то есть финансовое, то есть у меня аналогично финансовое. Ты закончил с красным дипломом, я с простым дипломом закончил, но... У меня серебряная медаль школы, поэтому, скажем, это можно... А с какого ты года? 87-го. Ага, я 89-го. В принципе, аналогично, я закончил институт в 11-м году и с рынками познакомился со второго курса. Это теория была, практика уже была там после института. Ну, это краткая биография, то есть о тебе, то есть финансовое образование. Если помнишь, я упоминал о Кристине Лагард, что у нее образование... Так, сейчас, как это свернуть, вот эту фишечку? Ага, так. Так, вот так. Да, вот, Кристина Лагард, если взять Википедию, в принципе, я уже это обсуждал, у нее такой путь от юриста, и я так понял, ее, скажем, как-то продвинули вот она была... по Международному валютному фонду, и плюс, скажем, она сейчас глава ЕЦБ, поэтому, скажем, с образованием юриста профессионального, то есть она как человек хороший юрист, да, но как ее задвинули туда, то есть я считаю, человека, который там условно юрист, он должен своим заниматься, да, если в экономику не лезть. Плюс даже здесь был комментарий этого Страскана, который там о ней отзывался. Но самое интересное, это Джером Пауэлл. То есть аналогично. Он получается аналогично. Вот сегодня случайно в Фейсбуке кто-то сделал репост по поводу Джерома Пауэлла, и у него тоже получается образование юриста. То есть он там профессиональный юрист, но он больше, я так понял, где-то, так вкратце скажу, работал в университете, там писал какие-то работы, плюс у него образование... То есть юрист плюс по искусству. Да, бакалавр искусств. То есть, я так понял, у него первые 4 года образования, то есть по искусству. Но самое главное, что интересного с Пауэлла, это я так вкратце только изучил, это я буду дальше изучать более подробно. То, что он работал
в юридических компаниях очень долго, но он уже такой дядька, он давно родился, и он потом пошел в инвестиционный банк работать. И с этого банка, это получается, секундочку, да, в Нью-Йоркский инвестиционный банк Гиллон, но потом этот банк был поглощен британским банком Barings Bank. Это о чем-то тебе говорит Barings Bank? Нет. Нет, смотрел фильм с Ником Нильсоном, когда он обанкротил этот банк в Азии, покупал фьючерсы на индекс Никей. Помнишь этот фильм? Слушай, не припоминаю в моменте. Да, то есть даже... трейдеры должны были все смотреть. Это фильм очень интересный. То есть как трейдер обанкротил банк, то есть он покупал фьючерсы на Никей, а Никей обвалился там после торнадо какого-то. И самое интересное, что этот Пауэлл, он там работал юристом, поэтому, скажем, нужно эту, как раз в этот момент, там, 91 по 95 год. Это, то есть это нужно изучать очень подробно. Так, сейчас я переключусь на демонстрацию графиков. Это так вкратце для размышления. Пусть, скажем, кому интересно, поизучает эти темы, скажем, по рынку. По вот этим... Я так понимаю, что ты хочешь донести позицию, что эти люди абсолютно некомпетентны. Как юристы, они профессионалы, как экономисты, то есть, ну, как экономическим каким-то моментом они не имеют никакого отношения, да, то есть это как взять условно, ну, я не буду комментировать, но, скажем, это пища для размышления, то есть я не делаю выводы, я даю пищу для размышления, то есть в таком, дальше, перейдем к рынку, сегодня сделаю разбор того, что я давал в прошлый раз, и дам новые рекомендации. В прошлый раз я давал информацию по золоту на понижение. То есть мы торговались в понедельник где-то на отметке 1720 плюс-минус в этой области. Целью была, скажем, цель падения была достаточно большая. Этого не произошло, но в моменте инструмент давал около 100-150 пунктов, в зависимости, где кто, скажем, наблюдал за рынком или входил в рынок. Плюс, напомню, я еще с пятницы предлагал шортить с обзора, там более 300 пунктов. В понедельник сразу, когда я дал рекомендацию, и там ближе к вечеру, я написал в комментариях к видео, кто активный участник просмотров и следит за комментариями, написал здесь 50% закрыть сделочки. И дальше, как видим, сделочка пошла в обратную сторону и вышла по безубытку. То есть здесь желательно было переносить безубыток. Поэтому на данный момент, пока я вне рынка по золоту, что-то оно мне не нравится на данный момент в шорт. Дальше также была рекомендация в лонг по доллар-иене. Получается так, у нас вот понедельник, где-то на отметочке 107. 20, там 20 с копеечками, тоже в лонг, цели были тоже более большие, мы всего сделали с данной зоны покупок где-то пунктов 30-40, аналогично сделку я закрыл в ноль, то есть она не ушла туда, куда я ожидал, и сейчас даже считаю, что не исключаю снижение по данному инструменту на обновление вот этого минимума, который был поставлен на прошлой неделе и, возможно, даже более глубоко. Поэтому, скажем, рекомендации давать не буду, но как комментарии, скажем, с текущих можно шортить со стопом за вчерашний хай и снижение. Дальше, по рынку какие комментарии могу, скажем, дать идеи. Это шорт доллар-франк. Скажу так, входить, как всегда, с риском не более 1%. Почему? Потому что у меня франк в последнее время, ну, не идет просто. Ну, посмотрим, возможно, в этот раз пойдет. И плюс с теми выводами, которыми ты озвучил, на рост доллара, я с ними с технической точки зрения, скажем, смотрю в другую сторону, смотрю на снижение доллара по всем инструментам. То есть доллар-франк шорт с текущих. Я сам шортил утром по 95. Давайте будем шортить сейчас
94.85. Со стоп-лоссом можно шортить сейчас, и стоп-лосс получается поставить за вчерашний хай, это 0.95.25. Ну, где-то вот в такой области. С профитом профит можно поставить, скажем, частями разбивать, если даст там 50 пунктов, закрывать часть хотя бы, да, сделки, то есть такой сейф. В общем, я думаю, что индекс доллар-франк будет падать на обновление вот этого минимума, который был у нас на прошлой неделе. Это такая основная цель 0.93.75, и думаю, даже мы улетим пониже. То есть глобальная цель — это вот этот минимум, который был в марте, то есть это 0.91.75, аналогично, как и по евро, то есть 1.15 и выше, ожидаю рост. Это первая идея, и вторая идея, возможно, давайте, индекс доллара, скажем, шорт с текущих, это получается 96.8, стоп-лосс за вчерашний хай — это 97.25. Цели аналогично. Первая — это вчерашний минимум в районе там 96.40. И вторая цель — 95.65. И третья идея — это будет по евро-доллару 3 на 3. Да? Три идеи от тебя, три от меня. То есть это покупка евро с текущих. Конечно, сложный такой момент по евро, но за счет тренда, за счет доллар-франка, индекса доллара, на покупка секущих, так, не вижу цены, там 1.12.85, стоп-лосс за вчерашний минимум 1.12.25 и рост вчерашний хай 13.50, это первый профит, и второй — это 14.20, и возможно даже пойдем туда на 1.15 там сегодня или там в течение недели-двух и так далее. То есть это такие основные идеи, поэтому если кто-то будет пользоваться моими советами входить в рынок, риск на сделку не более 1%, или, конечно, выбирать не все идеи, по минимуму, потому что если пойдет все, я думаю, если все будет идти в обратную сторону, то пойдет одинаково и евро, и франки, и индекс доллара, отработают твои идеи, поэтому, чтобы потом не обиделись на 3 стопа. Спасибо тебе, Виталий, за комментарии. Я думаю, что все те, кто присутствует на нашем канале, то есть являются фолловером, следит за видео, все равно используют инфу, которую мы даем, в качестве фильтров. Если нет, друзья, то вы ошибаетесь. Мы стараемся для вас найти хорошие оптимальные точки входа, но так же, как и все, до конца не можем знать истинного расклада, который на рынках происходит. Поэтому дополнительная фильтрация, изучайте альтернативные точки зрения. На нашем канале очень много мнений. Вы можете использовать любые ресурсы. И чем больше информации вы получите, тем больше шансов провести более взвешенные и интересные инвестиционные решения. Ну а мы с Виталием продолжим вам в этом помогать, следим за теми сделками, которые мы рекомендовали. Виталий, спасибо тебе большое, тогда до следующей встречи в понедельник. Хорошего у тебя закрытия недели, классическое мое такое напутствие тебе, и замечательных выходных. Спасибо взаимно. Пока. Пока.